Старший лейтенант Раскольчиков Дмитрий Русланович, Хабаровский край, город Хабаровск. Я вам так скажу, то, что, идя в армию, я шел защищать свое государство, отстаивать его интересы. То есть, если в случае, конечно же, если будут какие-то либо нападения на нашу территорию, я готов. Но жизнь меня, к сожалению, именно вот так вот со мной обратилась. Ну, судьба точнее. То, что я именно здесь, на территории именно чужого государства. Я никогда в жизни не представлял даже себе то, что я буду вести какие-то боевые действия в другом государстве. Я человек подневольный, выполняя приказы. А сказали бы убить? Смотря кого. Виновный не тот, кто исполнитель, а тот, кто отдает эти приказы. Понимаете? Это, ну, это у нас в России так. Кого готов убивать? Именно того, кто с оружием. Я образованный человек, я понимающий человек. То, что даже по Женевской конвенции запрещено кого-то либо безоружного убивать. Запрещено. Я это прекрасно знаю. Человек с оружием защищает свой дом, свою семью, своих детей. Но